Спасибо большое. Еще раз, это как это Ромео и Джульетта, да? Да, Танец рыцарей и Прокофьев. Спасибо большое. Спасибо. 24 августа 2020 год, Харьков. Ух ты, это еще что-то новенькое у нас. Это место трех соборов. А Благовещенский собор объединяется Покровский собор. И это самое старое каменное здание в Харькове. Как бы не соврать, 1686, по-моему, года. Наверняка соврал, но где-то там. Ну и Ника это. Недавний памятник слава Украине. Да, сегодня день независимости Украины, 29-я годовщина. Скрипач на крыше.